В первый день последнего летнего месяца на каникулы ушли депутаты Государственного совета республики. Перед отдыхом представители власти законодательной встретились с так называемой четвертой властью, с журналистами. 5 сессий, почти 6 десятков законов и около 1,5 сотен постановлений. Вот таким выдалось рабочее полугодие для законотворцев Чувашии. Но основная деятельность Совета была направлена на бюджет и бюджетников. Вы все знаете майские указы президента Российской Федерации. Это первоочередная задача в этих указах – это повышение заработной платы работникам бюджета. Наши работники детских садов, учителя, врачи, вы помните, такие на мизерных зарплатах работали. Мы при принятии бюджета на 2013 и плановый 2014 и 2015 годов только на увеличение заработной платы бюджетникам вложили около 2 миллиардов рублей. Однако выяснилось, что труд в поте лица на благо общества – это самое общество зачастую попросту не замечает. Одни мало выступают на публике, ну а кое-кто из депутатов в Госсовете якобы вообще протирает штаны. Складываться такое мнение в народе может из-за того, что видят жители региона лишь малую часть работы Совета, заявляют народные избранники. Меня очень так цапнула фраза про спортсменов-депутатов, которые ничем не занимаются, прям цапнула так сильно. Понимаете, сессия, как Юрий Алексеевич сказал, это надводная часть айсберга. Подводная часть внизу, она занимает 90% времени, и, как правило, ее никто не видит и никто о ней не говорит. Она выходит только на уровне сессии в виде законопроекта. Сторонники «Единой России» мало выступают. Если нас там около 75%, если каждый сторонник нашей партии будет столько же времени уделять и выступать, тогда нам неделями надо провести сессии Госсовета. Тоже можно сказать и про законодательные инициативы. Добирается до заседаний Госсовета и, соответственно, до публики очень небольшой процент проектов. Даже если инициатива прошла проверки и экспертизы, на ее пути может встать финансовый вопрос. Если мне сейчас финансы будет, ребята, хорошие проекты, все понимаем, мы принимаем, но где деньги сидят? В формате пресс-конференции встреча представителей Госсовета с журналистами прошла впервые. Возможно, подобные мероприятия помогут показать подводную часть айсберга работы главного законодательного органа Чувашии. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.